Лол, забыл на очередь поставить. На вышке, короче, вот эта вышка высокая, да, там. Я понял, понял. Вроде убил. Хорош, да, убил. А где какой здесь ник? Зло. Где? До вас еще километр, блядь. Я на рот. Я ж без сознания. Охуеть. Где тебя уебали? Летят, короче, за блиндажом. Я вижу его. Два там. Гилик кто, свой? Я. За дубом они, слышишь, Сань? Там на них метка. Одну. Чё? Чё, тебя убили? Нет, я ему в лицо дал. Господи, шум. Бля, откуда тебе стреляют? Я вообще не понимаю. Вересник, по-моему. А, вижу, всё, подожди, сейчас. Блять. Попал в него, похуй, он отошёл. Ему плохо. Ты дым кинул? Нет, это типы, по которых я ранил. Ты где сам? Я ближе к разлому, вижу, одного сейчас отработаю. Минус один. Хорош, хорош. Чё, где ты есть? Я короче, иду со стороны бетера. Вижу тело, бегают лесники. Где, на самом верху? Двое, да, двое. Сука, значит, их трое было. Так, вижу, ты по ним стреляешь? Да. Блять. Только, нахуй, прицелился, нахуй, меня сняли. А, я его положил. Пойдем, короче, в сторону мини-то исходим. Походу нет никого. Хотя закрыто. Да, он там. Я был прав. Бля, либо он затаился, либо он сдох. Одно из двух. Лол, куда он делся? What the fuck? Релогер ебучий, блядь. Бища посередине поля бы открывать, нахуй. Жрачку бы. Вон, ебать, три типа!
Куда они растворились? Только что были передо мной. Или они на базу зашли? Ебать, я спалился жестко. Сука, вот откуда они появились? Злоебучие нахуй ведьмы. Успею, не успею. Они меня не видели, что ли? Ебать, как они там появились. Их что здесь дохуя, что ли? Подожди, они что-то туда убегали, потом сюда. Вижу. Да, блять, вы заебали нас. А, их дохуища. Еще один. Че-то там двое, тут двое. Ебать, да вы че, еба дали? У меня пизда. Еще один. Еще двое, блядь, должно быть. Это пиздец. У меня нет ничего, блядь, не... Бля, ну это пизда. Мне надо еще минус 2 дать, это минимум. Я не знаю просто, сколько я минус 3 дал, сейчас еще двое осталось. Сейчас, блядь, с какой угодно щели полезут, нахуй. О, все, пизда мне. Ну, я так и думал. Ёбаный в рот, блядь. Я подумал, мне тут в игре орёт, нахуй. Привет, блядь. Вот почему-то в моей жизни в последнее время 5000 фигурирует везде. Меня наебали на 5000, нахуй, по зарплате, блядь. Что за хуйня-то, нахуй? Так ебало над этим. Опа, один. Там был один. Двое, еще один внизу. Минус второй. Ебать, это скорпион, такая шляпа. Да я промахнулся. Это он просто отошел еще. Плюс здесь пинг не забывай, нахуй, за 120, нахуй, за 150. Хуа-хуа, бля. Ну что надо тебе, нет, мне дохуя фига залупал. Не, мне вот этого последнего не надо. Че там у тебя есть, давай скидывай. Че лишнее, что можешь дать? А, тут базу. Тело вижу спереди, бля. Вижу. Сейчас как выйдет в прямой поле надо стрелять. Убил. На пизду, короче. Радина. Полдня. Все, у меня динамит у него был, я забрал. Да, спа. Да пиздец, сейчас доебешься опять выкуривать петушар оттуда.
Сейчас будет рестарт, мне просто тупо. Ну ты вперед зайдешь. Да. А я-то хуй зайду, мне там пока. О, вертолет вон взлетел. Они съебывают. Саша, ну надо знать уже. Кого делаешь? Стреляю. Нас выебут сейчас. Мне палец в контору. Я сам выебу кого хочу, захочу, блядь. Да мы же только что поговорили об этом, что нихуя уже. Сука. Че я не могу посмотреть онлайн? А, вон вертолет, все. Бля, ну побежи сейчас к вертолету, они наверняка там аккумулятор чем-нибудь вытащили по-любому, бля. Вижу гелика. Где? Бежит по мимо взлетки. Справа, слева. Он посередине прям хуячит просто тупо, блять. Ладно, пока не буду стрелять. Это заебал бегать. Сторонишься? Ну я говорю, на той стороне стреляешь? Посередине. Убил. Все убил, да. Топлива, правда, нет нихуя. Давай, пожалуйста, садись быстрее, полетели. Самое главное, чтобы топлива хватило, долететь нам хотя бы до выбора. Че, можем разбиться? Ну, скорее всего, да. Я не знаю, что будет. Бля, нас откидывают пиздец, конечно. Ну вообще, да. Сейчас попробую его до туда посадить. Ну, только ты в городе не садим, мы пизды получим. Она вон, это заправка на окраине. Трудно им управлять. На. Бери фляжку, заправляй, пошел искать. Трудно ему управлять. Блядь, где-то есть. А что вам надо, канистра? Но. Есть канистра? Что ты мозги мне ебешь, тогда я долбоеб бегаю и фляжку. Полетели за ним тогда, сюда обратно прилетим, нам хватит горючего туда. Да нет, Серег, ты далеко нет. Пустошку пробежал уже. Да все, не нахуй добежит. А, ну пустошка тогда да. И ты нахуй друг ебать называется, да бежит, блядь. Да, потому что больше сейчас заводиться будешь тут нахуй. Она же с криво только заводится, вертолет охуенький. Че, тебе надо что-нибудь? Не надо, что мне надо, чтобы ты ушел из моей жизни, блядь. Ой, мочку тебе дать. А? Мочку могу дать с остановим. Не, у меня два барабана на этот, на калаш нахуй. Мы не разобьемся хоть нахуй? Надеюсь, нет. А вот это вот хуй знает, Серега. Че, мы еще живы? Ты охуел, ты сейчас здесь хочешь присесть, что ли, прям? Ну, а где еще? Ну, пизда, с берега сейчас начнем. Это бред, нахуй, вообще. Ёбаный в рот, что творит этот камерунец? Я под текстурами, ёбаный свет. Со стороны палаток. Опа, вижу двоих. Пацаны, к цинку хуярят. Трое!
Короче, вот они к забору подходят, и гилик за ними, блядь, метров 200 от них бежит сзади. Могу убрать, ага, одного видел. Меня подходит. Че, они там трутся еще возле тебя? Позад. Вижу одного, могу убрать. Убирай, убирай. Алло. Попал. Попал, падал. Попал мне уже. Еще сзади кто-то, короче, понял? Серёга. Я ухожу. Вижу, один по забору идет. Кто? Я. Тело одно ушло в сторону по лысой и в сторону этой стройки. Чё там у тебя? Тело ранил. Уходит за эльку. За элькой, за элькой, да. Только что гилик пробежал. Напротив барака, вот здесь, где огнеопасный, это ёбаный. Да. Вижу, вот вижу он. Его. Вот он сидит, ага. Минус. Нет, гилик, вон он. Нет, я другого убил. Так, тихо. У меня прибегает тело. Вон, да, в этот барак забежал, Сань. Два, вдвоем они. Я гранату кидать буду. Они где-то трутся возле меня. Они в бараке сидят. Еще сидят там? Да. Точная инфа? Он ближе к тебе, который. Вон они, да-да-да, бегают, одного вижу. Второго не вижу. Он побежал, попал, еще попал. Один туда. Еще один там. Двери закрыли. Один где-то в угол забежал. Вот спрятал. Справа. Я не понимаю, почему не попадаю, нахуй, бред какой-то ебучий. Вот один слева в углу прям щемится, другой где-то справа. Как заходишь в правой стороне сразу где-то. Минус есть, один. Минус один, да. И один слева. Пока. Да. И я его агрю. Выбежал, пошел. Блять. Куда он побежал? Сука, не успел. За казарму забежал, за барак забежал. Увидел. Где он? Выпрыгивает. Сейчас убил. Так, этот... Серега, ты куда? Да я бегаю, пока тут еще. О, стой, глуши! Это стройка. Давай, я взлечу вам домой. Вижу, возле дороги лежит вроде бы. А, нет, все. Сори, блядь, да тут все сверху кажется, что это чувак. Нихуя это не чувак, все, я понял, любой, сори. Че он по мне не стреляет-то? Я вроде летаю уже, блядь. Штаб. Ой, штаб диспаточный. Он сюда уже убежал. Ты не думаешь, что это он? Вижу его. Где он? Он прям перед тобой, буквально, блядь, посередине. Блядь, сука, вкус только тут, что зашел. У меня два камня вот спереди. Нет, я, блядь, если мне только не показалось, что это куст, нахуй, блядь. Это гилик был, Саня. Я могу, конечно, попробовать твою ёб... Да, вижу, гилик уходит. Куда уходит? По полю побежал. Попал по нему. Уходит влево, вот сюда, где дорога главная. В лесочке здесь вот прям перед нами, на нас прям бежит. Вижу. Еще раз дал ему.
Все, пизда ему. Все? Не-не. Все, ванкульте. А, вот, все, да, все, умер. Не, ну он сфера не появился, потом орел смерти. Тундра. Вот, вот тундра, он кого-то гасил. Да, да, да. Вал есть? Вал, да, посмотри. Я полетел. Кто не хочет полететь? Да не знаю, что, либо туда, либо летим. Как? Если летим, то сразу на тисы нахуй. Да не, надо это вот сейчас ебать, а оттуда уже можно туда полететь, если больше никого не будет. Где хуярец? Спецназ пошел, ходит, не вертолетчик. Скорее всего, на дисплее где-то. Стекляшка пусто, никого не вижу. Во-во-во-во. Где? По тебе хуярит. Это диспа, походу, Саня. Челик бежит с диспы на меня. Да, вот здесь пруд, вдоль пруда бежит. А, ну он сама на вертолет полетел. Я понял. Полетел или побежал? Ну, а, побежал. Вот, вот, вот у меня, Серега, вот здесь вдоль забора идет. Да-да-да. А, видел, да. Вижу его. Пару раз. Он сам к тебе ушел. Да-да-да, он сбоку. Все, все, все убил, ага. Пишет лол. GG Lotus. Сань, тебя обосрали здесь. Я аж понял. Всякую хуйню про тебя здесь говорили, я вот слышал. Сука. Вот он лежит, я вот на него смотрю, он губами бормочет что-то. Я бы, конечно, охуел от такого, если увидел. Thank you.